Доброе утро, с вами кто? Эдди Мэджик. С кем? Как обычно, с моими питомцами. И что сегодня у нас будет? Наша рубрика Epic Vlog. А почему? Потому что вы сами выбрали это видео. Где? Правильно, в Телеграме. Что это значит? Правильно, что надо подписаться на Телеграм, потому что пока на канале нет роликов, там происходит все самое важное. А вы, если не подписаны, то вот это все самое важное пропускаете. И розыгрыш пропустите, и выход моего первого трека. Ну, вы поняли, что надо сделать, чтобы ничего не пропускать, да? Ладно, погнали. Ну что ж, мы проснулись, и кто хрюкает? И знаете, что я делаю первым делом? Зачем вы едите мой палец? Я делаю вис, легкую растяжку, подтягивание и пресс на моем тренажере. Собаки тоже, кстати, выполняют упражнения. А теперь погнали завтракать, набираться сил, чтобы бодро ворваться в новый день. Нет, ну все, у вас своя вкуснятина собачья, а у меня своя человечья. Кстати, я хотела вам предложить идею для видео. Напишите в комментариях, во-первых, свои идеи для роликов, какие вы хотите видеть видео. А еще мне пришла в голову такая идея, типа обмен жизнями. Типа я живу прям жизнь своей подруги, у которой есть собака, кошка и маленький ребенок. Как вам вообще такая идея? Погнали, пойдем. Отправляемся на прогулку. Точнее, не на обычную прогулку. На самом деле мы сейчас поедем в ущелье. Мы же в Сочи, если вы не в курсе. Если вы наши сторисы не смотрите. Кто послушнее собаки? Смотрите, собаки выходят во двор, а он закрытый, закрытая территория. И сразу бегут на вот эту вот травку, и мне приходится их контролировать, потому что у нас здесь во дворе стоит надпись: «Выгул собак запрещен, ведется видеонаблюдение, штраф 1500». Поэтому мы с моими бультерьерами выходим вот так вот из подъезда и бежим, 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 чтобы никто никуда не сел ни на какую землю, не пописал. Сегодня погода сухая, а когда влажно, короче, здесь везде течет вода ручьями. Что происходит? Ага, София села в туалет. Вот, про туалет. Здесь везде нужно убирать. Ну, вообще, как бы не здесь, а вообще пакетиками. Что я говорю вообще? Набор слов. Я в последнее время просто вот эти пакеты, которые дают там от хлеба в магазинах, или от овощей, или от чего-нибудь, и ты неизбежно их берешь, поэтому я перестала покупать пакетики специальные для собак, я просто использую те, которые в жизни попадаются от неизбежности. Только не надо этого делать! Итак, возвращаемся к теме. Пойду с говном. Вот это вот Юми на закапывание. Один раз Юми, блин, покакала возле вот такого забора, типа, ну просто вот в дом в чей-то. Покакала и начала закапывать. И просто вот все свое, все свои какашки просто на этот забор. Лапы в них, все везде просто. Она раскидала это на кроссовки мне. Вот поэтому я очень не люблю, когда Юми закапывает так жестко. Что такое? Софи, нет. Вот это подтверждение того видео, если вы не смотрели ролик, про, где я рассказывала про... Что Софи стала лаять просто на все подряд. Вот раньше такого просто не было бы. Софи, нет. Фу, позор. А сейчас она просто вот, видишь, это еще на собаку она лаяла. Бывает, она просто на пустое место вот так вот лает. Так вот, когда дождь идет, тут горка, и получается вода течет вот туда вот вниз, все стекает здесь в мокро. И собаки с грязными лапами вот так вот, вот так вот, вот так вот недавно просто залезли в машину. Я не успела их остановить. Вот так теперь выглядит наше заднее сиденье. Здрасте. Ну вот теперь и сидите тут. Софи, давай, заходи. Залазь. Господи, это сейчас был кадр для того самого мема. Нормально вам в грязи сидеть теперь? Везу пакетик. Биологическое оружие. Сейчас главное попасть в цель. Ты не хочешь там сидеть? Софиша капризничает, когда хочет на переднее сиденье или чтобы ее взяли на ручки. Спасибо, Софи. Очень уместно. Смирилась. Стадия принятия. 5 стадий смирения прошли только что. Где мы гуляем?
какая красота. Хочется как-то к ним подобраться, да? А тут все вода везде. А Юми воду не хочет. Смотри, покемон. Кто это? Кто это такой? Хочется, да? Поближе. Поближе хочется. Ай, хочется поближе. Не дойдет до них. Видишь, как хочется-то, Юмичу. Вот такая правда жизнь. Как будто вас не гулять везут, а на каторгу какую-то. А после такой прогулки нам еще придется и помыться. Нам всем нужно постричь когти, помыться. Короче, а еще я хотела сказать такую штуку, что Софи, ну, как вы знаете, да, у нее проблемы с сердцем, и она еще и поправилась очень сильно. И поэтому я считаю, что нужно прям каждый день ходить, потому что лишний вес на сердце тоже влияет. И жирочек наш сбивать, потому что я чувствую, кто-то очень сильно поправился. Да? Кто такой красивый? Софи. Юми хочет играть, София старушка лает. Лестница такая в дырочку, как сетка. Пошли, Софи, пойдем. И Софи немножко, я знаю, что она таких лестниц немножко побаивается. Пойдем, моя собака-бабуля. Моя бабуля. Короче, уже перед собачьей площадкой начинается тренировка. Нет, Софи, Софи хитрит. Она, конечно, такая хитрая собака. Просто у нее мозга хватает не выполнять. Софи, иди сюда. Просто тут вот такие вот дырки, и они переживают, что лапы провалятся, и нужно идти по вот таким тонким полосочкам. По поводу собачьих площадок. Я искала в Сочи, специально по картам прям смотрела собачьи площадки и поняла, что их не так уж и много, то есть город достаточно большой. Сейчас, здрасте. Софи, не лай, не лай, надо знакомиться, надо дружить. Что за старческий маразм? Софиш, фу, позор. Позор. Нашла вот эту, потому что по фоткам она была самая эффектная. Сейчас я смотрю, она реально самая эффектная, скорее всего, потому что площадок здесь очень мало. Очень странно, потому что город большой, народу много, людей с собаками дофига, а площадок мало. Собачники, некоторые люди-собачники, да, они убирают какашки на собачьей площадке. Я вот так смотрю, здесь, в принципе, чисто. Вот в нашем дворе, там, где мы живем, где, типа, за 1500 тебя штрафуют, вот на этой территории, а ты выходишь, и там можно, да, и вот там многие ничего не убирают. Иногда даже какашки вот такие вот, больших собак, такие вот кучи не убирают. То есть ты ходишь, значит, убираешь, а другие убирают. Люди, убирайте, пожалуйста, за собаками своими. Приехала в Сочи без специальной сумочки для лакомств, вот хожу с пакетиком в штанах. Этот же пакетик потом будет и для какашек. Смотрите, до сих пор, несмотря на то, что во многих роликах на канале везде все понятно, но все равно все спрашивают, сколько лет Софи? Софи 12 лет. Сколько лет Юмичу? 7 лет. Вы понимаете, разница 5 лет, но у собак это очень большая разница. Здесь примерно 10 тренажеров разных, но они в большинстве своем, конечно, для крупных собак, но мы попробуем вот посмотреть, что происходит. Что тебе дать? Что? Да. Помните, у нас был ролик, где Софи такие тренажеры проходила? Очень эффектно. Делайте ставки. Сколько тренажеров из 10 пройдет Юмичу, сколько Софи? Погнали. Иди сюда. Молодец, давай. Раз, два, ничего не забыли, спускаемся, молодец, вот так все просто. Софиша, я думаю, не сможет уже запрыгнуть так легко. Давай, Софи, давай, давай, давай. Так, Софиш, 12, о, это было перепрыгивание. Молодец, вот умница, молодец. Софи, давай попробуй сюда, давай, Софиш, попробуй, давай, 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 вниз. Боится. Иди сюда. Класс. Нет. Нет, она боится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет. Вот. Вот так. Давай. Ай, молодец. Заходи. Давай. Ай, нет, 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 Софи. Раз, два, вот так, три. Молодец, 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 молодец. Еще, 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 еще. Давай, давай. Ай, молодец. Смотри, это змейка. Юми, давай. Раз. А теперь сюда. Сюда. Теперь сюда, сюда, теперь сюда, 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 сюда. Молодец, поняла. Теперь заново полностью. Софи просто такая вообще. Чего мне от меня хотят? Раз, два. Софи, Софи, давай. Софи, нет. Софи, давай. Раз, два.
Давай, давай, давай. Залазь, 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 залазь. Молодец. Давай. Вот молодец, умница. Юмичу у нас залезла. Иди сюда, давай, залазь. Софи. Софи слишком увлечена тем, что происходит вокруг. Потому что тут вокруг много собачек. Софи, давай, давай, Софи. Софи, давай, залазь. Давай скорей, пошли. Вспоминаем те времена, когда Софи это делала вот так вот просто. Сейчас она такая, вообще не понимаю, чего вы хотите. Сейчас просто она реально такая, я хочу на ручки, и вообще тут кто-то лает, я вообще ничего не хочу делать. Смотри, смотри, как сейчас перепрыгнет. Не будет. А? Побоится? Камера интереснее, скажи. Юми, пойдем. Юмичу. Пошли, Юми, давай. Раз, молодец. Пошли. Молодец. Молодец. Юмичу, обратно давай. Юми, давай обратно. Юми, давай обратно. Обратно давай. Молодец. Вот молодец. Иди сюда. Скорей. Итак, Софи у нас вот эту вот штуку всю не выполнила. Она такая, я уже бабушка старая, мне это вообще не до вас. Давай. А Юми уже просто такая, я на любую штуку залез. А теперь слазь. Вот молодец. Еще один тест пройдет. Там будешь сидеть, да? Там будешь стоять? Софи, иди сюда. Софи. Софи, иди сюда. Я что угодно сделаю. Я что угодно сделаю. Софи, давай. Нифига себе ты равновесие держишь. Барьер. Ай, молодец. Давай, Софи, иди сюда. Давай, Софи, молодец. Давай, Софи. Софи, давай. Софи. Софи, барьер. 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 Вот молодец. Давайте считать, что дан. Хотя барьер нужно перепрыгивать, не задевая ногами. Почти, ладно. Вот, Софи, молодец. Софи, давай, давай, давай. Давай, иди ко мне. Иди сюда. Софи, давай. Софи, иди сюда. Спускаемся. Молодец. Слазь до конца. А теперь сама. Сама. Сама, 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 сама. Молодец. Умница. Обратно. Молодец. Давай, давай, давай. Умница, умница. Жопа, жопа, умница. До конца. Софиш, пошли. Давай, молодец. Ай, молодец. Пойдем, пойдем, пойдем. Софи, пойдем дальше. Молодец. Пошли дальше. Пошли дальше. Молодец. Пойдем, моя зайка. Софи. Софи, ну это половинка. Ты только половинку сделала. Ты до верха не дошла, прости. Колесо. Давай. 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 Запрыгивай. Ага. Страшно. Но качается. Давай. Давай сюда. Залазь. Что это такое? Почему оно качается? Залазь. Молодец. Не боимся. Вот умница. Молодец. Пойдем. Пойдем, пойдем, молодец, молодец, умница, молодец, не боимся, нет, идем вниз, 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 давай, вниз идем, вниз, вниз, заходи, иди, 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 вот умница моя бабулечка, пойдем, иди сюда, давай, Софи, Софи, иди сюда, молодец, давай, молодец, молодец, давай, 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 Софи, стой, стой, Софи, иди сюда. Молодец, молодец, давай, давай, молодец, молодец, иди сюда, молодец. Хоть что-то мы сделали. Сможешь перепрыгнуть вот такой высоты? Тут-то точно нет, те точно нет, те слишком большие, высокие. У дрессировки есть свое время, когда собака начинает скучать, зевать, не выполнять вот это вот все, это значит облизываться в том числе. Это значит, что она уже, ну, не хочет. То есть 10-15 минут в день этого достаточно для собаки. А еще, когда мы приехали в Сочи сюда, я поняла, что у нас нет с собой ни шампуня, ни когтереза, ничего, поэтому сейчас мы отправляемся в зоомагазин. Погнали. В Сочи все необычно и все непривычно. Здесь все по-своему. Здесь абсолютно другая культура, как будто это другая страна, в отличие от Москвы. Потому что в Москве ты привык, что у тебя есть определенные зоомагазины, в которые ты постоянно ходишь. Здесь все с этим сложнее. Здесь их нет. И здесь есть свои собственные зоомагазины. Знаете, что я вспомнила? Я вспомнила нашу рубрику «Покупаю собаке в магазине все, к чему она прикоснется». Я сейчас подумала, что пора бы ее снять.
Но я думаю, что по возвращению в Москву мы ее снимем. Если вы хотите, то ставьте лайк, потому что у нас еще не было в этой рубрике кисы Алисы. Покупаю кошки, все, к чему она прикоснется. Смотрите, на подстилках, впитывающих, на пеленках. Как будто Миша, да? О, вы видели, что изобрели? Черные подстилки. Это бывает, такую пеленку постелишь, а когда на ней желтые пятна, выглядит так себе, да? А вот черненькая вроде прикольно. А еще я обожаю разглядывать всякие костюмчики для собак. А что за гламурная собака? Как вам вот такая гламурная жилетка? Голосуйте. Покемонам, по-моему, нравится, да? Юми. А Софиша не очень. Юми, смотри, какой тебе панда дождевик. А? Нравится? Юмичу, нравится быть пандой? Так, нет, только не это. Я думаю, может быть, в скором времени, если захотите, снять видосик новый про меряем костюмы. Помните, у нас было такое видео, где мы одевались в одном стиле с собаками? Мне кажется, прикольно было бы повторить, как думаете? Юми, ну, давай наденем свитер, а? Юми, чё, это же, как там, бадлон. У тебя водолазка для извинений, да? Ну, чё, не нравится тебе, да? Что там, кто там уполз куда-то, а? Да. Что мы тут, игрушки разглядываем, да? Вот чего-чего, а игрушек у вас полно, Юмичу. Короче, в Сочи темнеет очень рано. Сейчас 5 вечера, уже стемнело. В общем, наша прогулка закончилась тем, что пошел дождь, начался адский ветер, похолодало очень резко и резко стемнело. Так что, ну, окей, мы отправляемся домой и будем сразу мыться и стричь когти, в общем. Мы не будем выделываться. Мы не будем выделываться. Ты чё, когти разучилась стричь? Ты меня потолкай. Так. Молодец. Ты будешь так дергаться, я тебе что-нибудь другое отрежу. Случайно. Ты будешь вести себя прилично. Показывать людям, какая ты приличная собака. Страшный длинный пятый палец. Его сложнее всех стричь. Он у нее еще и черный. Ты ж какой длинный. Вон сколько отрезаю. Когда черные, лучше чуть-чуть отрезать потихоньку. Все. А сейчас не потолкаешься за одну. Фу, кто напукал? Ты что? Ты что, обкакалась, что ли? Сухой шампунчик. Да. Собак путешественников. Сухой. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на телеграм, чтобы быть в курсе всех новостей, а мы пошли ужинать. Увидимся скоро в новых видео. Да?